Атрауский городской суд номер 2 рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора Атрауса Арнаса Андрея Ташлыкова и бывшего начальника отдела этого предприятия Гульмиры Ажраевой, обвиняющихся в присвоении веренного чужого имущества в особо крупном размере. Приговором суда Андрей Ташлыков признан виновным в совершении уголовных правонарушений. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 2 месяца с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Подсудимая Гульмира Ожраева также признана виновной в совершении уголовного правонарушения. Ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Напомним, Андрей Ташлыков был задержан в октябре прошлого года с подозрением в присвоении государственных средств на сумму 49 миллионов тенге. На основании части 30 статьи 58 УК путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно по совокупности уголовного правонарушения и на основании статьи 62 части 3 УК с учетом содержания под стражей подсудимых 49 месяцев 21 дня и за расчет 1 день лишения свободы за 1 день ограничения свободы определить Ташлыкову Андрею Владимировичу наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год 2 месяца 9 дней с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе судей в органах местных самоуправления Национального окрестного Казахстана и ведомства государственной организации и организациях